Добрый вечерочек, дорогие друзья, с вами я, Майнкрафт Иргент, и сегодня я продолжаю свое новое индустриальное выживание в игре Майнкрафт. Перед началом ролика хочу попросить вас поставить огромный палец вверх и подписаться на мой канал. Помните, каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно этому рад. А мы продолжаем. В прошлой серии мы закончили на том, что создали первоначальные вещи, устроили начало дома. Ну, сейчас буду продолжать достраивать дом. Сделаю еще 100 досок. Так, вот так, понемножку. И вот так вы можете видеть, как я сделаю в скором времени дом. Так, продолжаем. Хотя бы не вылетел. А то лагает уже сколько. Может, звуки немножко уменьшу. 6. Достаточно. Так, там еще выкопаю. Так, понемножку. И у меня скоро закончится древесина. Я еще сделаю сток. Так, 52. Вот там где-то. Траву беру. Семечки добуду. Так, 52. И вот так я буду продолжать строить мой дом. Кто не видел Кто не видел прошлую серию выживания, вы можете посмотреть, найдя эту серию под этим роликом в описании. Так, а мы строим. Пока что долго. Простите, у меня немножко горло. И опять сколько? 15-14 FPS. Как играют люди другие? Может, это программа, через которую я снимаю видео, еще уменьшает FPS. Так, еще 27 блоков осталось. 22 блока. Последний сток. Так и 22. Потом я еще пойду, как будет день, нарублю деревья. Стоп, там, понятно. Буду вот так идти. Вот так. 56 блоков остается. Ой, немножко. Скоро болит. А пока я строю, что-то расскажу, может быть. Рассказывайте про это видео и про мое все выживание. Это всего лишь две серии. Рассказывайте, показывайте знакомым, близким, друзьям, не знаю, родственникам. На момент, когда она выйдет, будет что-то хотел сказать, забыл. А еще ж мне нужно будет найти мини-карта. Сейчас я отдалю. Вот мини-карта. Деревья, дубовые деревья. И я не знаю, там есть еще тропические, знаете, как тропики. Тропические деревья. Огромные. Так, а пока что последний блок сюда построим. Так, по мини-карте ориентируемся. И еще у меня метку нужно будет переставить, бо я буду спавниться в блоках. Так, поставлю вот
здесь удалить, добавить координаты. Так, и теперь назад. Set world spawn. Ну, видите, в чате появилось. One waypoint. Так. Как там? Как там? Set world spawn. Spawn point. Вот, видите? Так, теперь я за деревьями. И еще вот здесь достроить. Пока что это коробка, а потом будет полноценный дом. Я думаю, я опять за кадром нарублю деревья, чтобы вы не смотрели, как это долго. Для вас это 1 секунда, а для меня 5-10 больше минут. У меня настал голод, и меня, как всегда, колбасит. Вы можете видеть по моим хп. И еще у меня сломался только что топор. Это прекрасно. Я обожаю эту игру. За кадром сейчас все сделаем и буду продолжать. Вот, сделал уже топор. ХПшки не буду отрегенивать. Ну, буду так, пока не умру. Выживать. Возможно, я буду не за кадром это делать, ну, чтобы хоть какое-то видео получилось. Но вы понимаете, а то уже 5 и больше, возможно, минут прошло, а я толком ничего не сделал. Выживание. Вот хорошо, когда рекапитейтер стоит. А тогда я пих долго и долго рубил. Это скучно было. Так, еще что там у нас помимо кошки, овцы. Понятно. Подлагивает жутко. Лагает, а не подлагивает. Так, и еще минус одно дерево и минус топор. Так, ну, думаю, достаточно будет. 2, 3 стака, 15. 62 мука. Давайте, чтобы ровно стак был. Вот. Ну, не ровно стак, конечно. Ну так, достаточно. Вот теперь, я думаю, точно дострою свой дом. А потом еще нужно местность расчистить. Я сделал первоначальные двери. Я думаю, двери будут вот здесь, ну, прямо к речке. Ну, это еще не точно. Так, что я хотел? А, я хотел сделать полблоки 40. Так, и еще 2 стака. 6. Ой, нету. Так, вот так потом, я думаю. Не, я прям сейчас уберу, чтобы поставить все четненько. Так, дерево. Так, печка и... Не, это потом перенесу, конечно. Сейчас поставлю в угол вот здесь. Это наверх, это... Ну, не так, конечно. И я так не хотел, чтобы печка ставилась. Так, вот так. И теперь сундук. Сделаю 8 или чуть больше. Так, 4. 6. 7. Будет. Так, расставляем. Играть вообще невозможно просто. И еще у меня программа для снятия видео прям такая классная, что вообще может и не записать кусок ролика. Так, ну вот здесь, думаю, сейчас...
что-то сделает. Так, потом вот так сломаю. Так, сломался сундук. Сундук есть. И мне нужно поставить. Давайте сразу доделаем, если так много. Так, и достраиваем. Так, дырка. Овца бродит, овцы, овцы, коровы, свиньи. Так, и... Нет, так нельзя. Думал в один блок, чтобы еще... Сколько? 6? 5? Нет, не получится так. Так, а потом... И не хватило. Два блока. Нормально вообще. Так, вертаемся. У меня еще, как вы можете видеть, я не адреналиновая хп. Хп. Хп или хп? Не знаю. Точно не скажу. Так, это сюда. И это. Это пока что будет так. Потом исправим все. Так. И я думаю, это... Да не туда, Вася. Вот, вот так. Так, теперь забираем доски. Что у меня доски нету, как всегда. Сейчас будут доски. Так, сделаем два стака еще. Два стака 18. Два стака 18. Так. Первоначальные двери и два блока. Вот теперь мини коробок готов. Как раз солнце заходит нормально. Так, и теперь буду делать крышу. Да, нет, мне еще нужен песок. Мне нужно сделать кровать. Три и три овцы. Зачем я убрал двери, это вопрос. Ну, почти. Так, и сейчас, пока вообще уже не стемнело, нужно добыть три шерсти. И как можно быстрее. Так, и еще. Одна, все. Теперь быстро в дом делать кровать и спать. А потом мне нужно еще набрать песка. А это проблема. Потому что у меня быстро сломается. Опа. 2-3 есть, да. Так, теперь кровать. Быстро, быстро, быстро. Пока мобы не заспавнились. Давайте вот здесь. Так, спим. Утро вечером мудренее, как говорят. Так, и теперь по под. Так, где она? Попад. Попад. Буду копать вот здесь пока что. Потом гравий. Там. Вот здесь. Ну, не очень-то и много, как бы. Так, это ли я буду делать для опа. Подлагал. Жестко. Так. И еще немножко. Так, есть. Еще мне нужна глина, как бы, для кирпичей, для сделать, как бы, печь. Простите, грубой. У меня еще нету микрофона, и потому, как бы, вам очень плохо, очень-очень плохо слышно меня. И по-любому напишите в чате. Школьник, типа ты малолетний школьник, там не умеешь снимать видео, типа такого. Знаете, я, ну не знаю, как получится.
Ну, почти статую. Так, три. Бога. Чего? Ничего. Два. Два, три, 53. Так, еще деревьев, как вы можете видеть, очень много. И что я хотел? Я хотел переплавить. Это, конечно, будет очень долго переплавляться. Ну, думаю, пока что нужно сделать дверь, которой у меня нету. Стоп. Что я путаюсь в время? Так, дверь есть. И пока что будет здесь. И не так Вася. Поставим ее. Вася, говорю, Вася, не забудь Вася. Так. И пока что, пока плавится, то есть он не туда, схожу, могу в шахту. Пока что. А мне нужно ЭХП на минимум, все ужас просто как. Так, теперь инвентарь стоит. Что еще нужно? Нужно 16 хотя бы этих досок. Так, и все? Нет, не все. Нужно сделать верстак. Блин! 4 верстака, зачем? Не ту кнопку нажал. Бывает. Так, 12. И сделаем пока что кирок. Как можно больше. Так, пока что 8. Так, сразу. 4, 5, да не так, 5, 6, 7, 8, 9. Так, вот так. Я думаю, шахта будет вот здесь. А у меня факела нет. Нормально. Ну, думаю, нет, этого мало. Мало. 2, 4. Вы спросите, зачем я делал как бы стены 4 бока в высоту? Это простите. Это чтобы, ну, это как бы чтобы на третьем блоке ставить полублоки, и так будет, ну, я смогу прыгать как бы, ну, в 3 блока. Пока что добуду я в шахте. И это, походу, будет долгий поход. И за разом, и с углем добываю опыт. Вот почему так лагает? Я не понимаю. И это моё не первое видео, какое я либо делал. Это моё второе видео, какое я либо делал. Не первое, а второе. Нужно было вначале, могу сказать. Не знаю. Вот еще. Уголь. Английский coal. Стоп. Да, русский. Боль. Так. Медь. О, а что там? Здесь я уже добыл. Так, еще вот так. Там стоит. Факел просто смотрел. Как бы вот так. И потихоньку вот так добываем, продвигаемся. Свое выживание делаем. Никак дом не могу достроить. Думаю, в третьей серии я дострою полностью дом. Так, а вот здесь оу. Добуду оу. Это походу билдкрафт, да? Ачивка сейчас. А нет.
Вот там и в Buildcraft, там мод Buildcraft, и в из мода Industrial Craft 2 экспериментов, там два разных вида олова. Копайте дыр. Вот. Ну, мне сейчас аппетиты не очень нужны. Я не занимаюсь этого, как его, на украинском господарстве. Забывай. Еще нужно будет, как буду монтировать видео, нужно будет пересмотреть его, потом смонтировать. Так, 42, 8, 6, 6, 8. Ну, еще угля добуду пока что. О, и лагать перестало чуть-чуть. На это, походу, длинная шахта, не знаю. Я буду пока что вот это. А потом там не видно край, нет? Нет. Край чего? Край деревьев. Так, и теперь спускаемся. Потом я вот сделаю шахту прямо в доме, только лестницы. Ну, шахта будет спускаться. Ну, шахта будет идти у меня на 8-й блок от бедрока лестницы. А потом видим, что будет. Так, а сейчас подняться наверх, попасть в печку. Ну, 44 угля. Что это? Может, где-то было? Вот там где-то? Нет. Так, сколько? 12 булыжников. Так, дом. Да, я, возможно, в третьей серии как раз застрою дом. Если, допустим, кто-то будет писать в чате: ты добавил больше FPS, как я добавлю? Это все программы, 15 FPS. Другие. У меня сейчас открытый браузер, два браузера, потом программа, через которую я снимаю видео, заговариваюсь. И все. Ну и Майнкрафт, само собой. Понятно. У меня что ли нету палок? А. Не увидел. Так, сделать сейчас топор, потом прорубить район для окон. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ага, 18 на 2 разделить. Ага, получается по сколько там? По 2, по 3. По 2 блока. И это как будет со стороны. Сейчас я вам найду пример. Нет, не один. Робот. Так. У меня будет полублоками. Зачем я их и делал? Ну как бы что. Мне еще нужно расставить факела, чтобы случайно мобы не появились. У меня как FPS не восстанавливается, как бы. Конечно, моей еды нету. Но все равно я не умираю, это одно раз. Так, я здесь убрать. Здесь убрать, здесь поставить. Ну, вот так как-то, народ. Вот так как-то. Сейчас найду пример, как это все будет. А потом еще лестница наверх. А еще
Зачем, помните, я говорил в начале ролика, как в начале, когда копал песок, и что мне нужно будет глина. Зачем глина? Я поставлю камин. О, камин, точно. Вспомню. Сейчас я вам найду пример, как это все будет. Походу, вы уже поняли, да? Так. 44 стекла нужно сейчас полным поставить еще. Ну и здесь, конечно, двери не будет, но я их потом еще уберу. Вот так будет. Вот так. У меня еще факел здесь. Так. Ну, красиво. А сейчас, я думаю, на этой веселой ноте, я думаю, пора закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.